Слушай, заболел, у нас было мало времени, чтобы подготовить номер. Мы хотели изначально сделать, на фильмы взять какую-то танцевальную, зажигательную музыку. Да, я хотела очень, ага. Но, так сказать, поставлены были в жесткие рамки цейтнота, да, и смирились, и взяли кто-то помедленнее. Да, но это оказалось, по-моему, для меня сложнее в итоге, чем в быстром темпе. Пока у нас не получилось ни разу проехать номер от начала до конца, потому что силы не хватает. Вот мы приходили в 12 часов и уходили в 8 вечера. Тоже 12. Я почувствовала себя настоящей фигуристкой. Какой-то просто Зоей Космодемьянской. Ну ты сорвалась, сорвалась. Мне главное ехать. Вчера все-таки сорвалась. Не выдержала. Я терпела, да. Но это никто не снял, Петя. Жалко. Я считаю, что Алиса незаслуженно. Потому что все, что они делали до этого, это было здорово. И не очень понимаю, почему у них такие результаты. Поэтому, в общем, я желаю им победы. Хотя мне, конечно, было бы обидно, если бы... Я сформулирую. Ты чувствуешь, что мы сделали хорошую программу? Хорошую. И что она заслуживает высоких оценок? Высоких оценок. Угу. И было бы обидно с ней проиграть? Ой, очень было бы с нашей программой обидно проиграть. Вот. И мне хотела сказать. Да, вот как ты... Вот, все-таки... Я начинаю тебя чувствовать. Да. Александр Жулин и Игорь Аршуляк для Ксении и Петра сегодня выбрали музыку Дэвида Арнольда к кинофильму «Годзилла». Thank you.
Ох, и драматическая же история получилась у ребят на льду. Первая часть музыкальная. Была такая длинная-длинная, она вообще была, с моей точки зрения, пугающая, страшная. Во второй части было несколько светлых тонов музыкальных. Ну, в общем, ребята на достаточно высоком техническом уровне все откатали. Единственное замечание, но вот все-таки нету у Ксении толчка. Приходится Петру ее все время вести по льду, даже когда не поддержки. Поддержки, кстати, у пары получаются все лучше и лучше. Сегодня они были и с хорошей амплитудой, и высокие, и одна вот эта вот была очень оригинальная поддержка и сложная.